Привет всем подписчикам! Расскажу вам, где вы можете получить большое разнообразие iOS тем для вашего Xiaomi MIUI 11. Итак, заходим в настройки. Для начала, чтобы получить более расширенный доступ в вашем официальном магазине тем Xiaomi, нужно сменить регион на Индию. Заходим в поиск настроек, вводим регион, заходим в поиске региона, вводим Индия. И меняем свой регион на Индию. Если у вас Россия, Белоруссия и Украина, то меняем на Индию. И в таком случае потом вы заходите в темы в настройках и имеете расширенный доступ ваших тем. Здесь у нас есть строка поиска тем. Вводим сюда iOS, iPhone темы и ищем. Вот вышли все iOS темы внизу. Обои iOS. Вот. Можете здесь, кому интересно, зайти и почитать, более подробно ознакомиться со всем. Так, iOS темы еще. Можем отфильтровать сначала популярные темы. iOS. Вот. iOS популярные темы, которые часто скачивают и люди пользуются. Вы можете каждую тему проверить. Нажимаем на тему. И здесь сверху показано, как эта тема будет выглядеть в различных режимах работы вашего смартфона. Это у вас будет так выглядеть, когда у вас состояние блокировки. Это ваш рабочий стол. Это когда вы перелистываете страницу. Это тоже блокировка. В общем, вот такой вот не совсем расширенный образ. Не совсем расширенный. Можете выбрать другую тему, например, такую. То есть здесь уже такая яркая, красивая. Эту тему, кстати, я уже скачивал, я ее применял, довольно прикольно смотрится. Допустим, применить. Если вам эта всю тема понравилась, как она смотрится на вашем смартфоне, вы можете ее скачать и потом применить. Тема применена. Вот как это все смотрится. iOS тема на моем Xiaomi Redmi Note 7. Вот. Ярлыки поменялись, имеют такую... свойственные айфону ярлыки. Но при этом шторка не поменялась. Потому что есть такие темы, которые меняют шторку и которые меняют даже настройки. Здесь настройки тоже не поменялись. Сейчас я вам покажу такую тему, где все меняется. К примеру, сейчас. Ну вот посмотрим вот этот, вот, например, темку. Здесь у нас будут круглые ярлыки. Так, можно какую-то другую тему посмотреть, например, вот эту. Тоже такие полукруглые, вот такую. Опять, каждый из вас сможет сам выбрать ту или иную понравившуюся ему тему. Вот, видите, вот эта вот тема уже довольно неплохо меняет внутренности, даже похожие на iOS. Да, вот давайте сейчас посмотрим. Я ее сначала скачиваю, эту тему. Сейчас она скачается. И применим ее. Опять-таки, тема меняет лишь ваш визуальный вид вашего смартфона. Но сами внутренности, сам функционал остается прежний. Вот видите, я приходится даже подождать ожидания. iOS Remix 10. Ну, тут разные темы прикольные. Каждый из вас сможет подыскать для себя индивидуально ту тему, которая конкретно вам понравится. Вот Oxygen iOS 10, тоже какая-то интересная тема. Можно ее даже будет скачать. Сейчас сначала это загрузится. Так, вот, загрузилось. А ну интересно мне, что вот это за тема. Такая симпатичная. Ух ты. Интересная тема. Довольно симпатично смотрится. Можно тоже ее скачать. Возможно, и для себя потом установлю.
Так, ну для начала давайте мы с вами установим ту тему, которую только что скачали. Это вот она. Применяем. Идет применение. Все, установили эту такую тему, очень классную, довольно яркую. Ага, сейчас телефон грузит. Потому что, видите, он не работает пока что. Подзавис даже телефон впервые в жизни. Redmi Note 7 у меня никогда еще не зависал, хотя ему уже полгода. Интересно. В прямом эфире сейчас и зависнет. Так, ребятки, прошу прощения, но придется чуть-чуть подождать. А ну, если я нажму блокировку. Вроде бы как заблокировался. Ага, все-таки для того, чтобы применить эту тему, видите, нужно время. Не так быстро она применяется. Ух ты, ёшкин. Вообще жесть. Настройки. Так, это что у нас такое? Наполовину перевелось. Но тема интересная на самом деле, очень интересная, яркая, такая симпатичная. Даже показываются градусы. Классная тема, мне нравится. Потому что есть такие iPhone темы, где ваши настройки меняются, ярлыки и такая последовательность, и цвета становятся такие же самые, как и на айфонах. Можете поискать для себя в магазине тем такую для себя тему. Все, друзья, спасибо всем за внимание. Вот я вам показал расширенный доступ к iOS темам. Тут тем очень много. Можете каждый для себя, прям чуть ли не каждую тему просмотреть и выбрать то, что вам действительно понравится. Вот такая симпатичная тема. Спасибо всем за внимание, друзья. Всем успехов. Всем пока.